Так. Посмотрим, что сейчас получится. Баят кентавра. Фердмоном. Дайо 진영이 금지 영웅을 선택할 차례입니다. 레디언트 진영이 금지 영웅을 선택할 차례입니다. 아빠라는 바니? 다이어 진영이 금지 영웅을 선택할 차례입니다. 스타리 반드리 마시자로. 10초 남았습니다. 5초 남았습니다. 예비 시간입니다. 레디언트 진영이 영웅을 선택할 차례입니다. 위스프? 저 так неожиданно. 늑대 인간. 리칸트로파 피케. 다이어 진영이 영웅을 선택할 차례입니다. Что это за команда? А, команда Angels. Что-то даже не написано, что это за команда. И сейчас два пика от команды Oral Connection будут. 10초 남았습니다. Ликантроп у них уже не получится, так что... 5초 남았습니다. Другую. 예비 시간입니다. 믹스 아사신. 다이어 진영이 영웅을 선택할 차례입니다. 이 2로의 픽. 10초 남았습니다. 5초 남았습니다. 노. Пошло бонусное время и сразу пинули дазл. 레디언트 진영이 영웅을 선택할 차례입니다. 레디언트 진영이 금지 영웅을 선택할 차례입니다. забанленный через профит это. 다이어 진영이 금지 영웅을 선택할 차례입니다. Может просто догадались, забанили инвокера, кстати, и виномантера. 다이어 진영이 금지 영웅을 선택할 차례입니다. Бан идет слава. Дайя Джиньяньи, Йонгунгл Сантекал Чарик. Сипчо намасмида. 5초 남았습니다. Ну и третьим пиком тоже. 예비 시간입니다. Кого они возьмут? Никс и Дазл. Ну, Никс в харду, Дазл саппорт. Или куда, интересно, про Никса. Может, Никс вообще и не в харду-то пойдет. Потрайдер на мид. Или может даже в лес. Ну, сейчас посмотрим. Пака пикает команда. Дайо Джиньяньи, Йонгунгл Сантекал Чареймида. Ликантроп. Неплохо. И четвертый пик от команды Урал. Ну, по сути, команде Урал нужен еще один саппорт и кэрри. А команде Анджелс нужен... Саппорты, хардлайнер.
либо мидер, если пока отправят в харду. Лайфстиллер. Радиант Трайдера или Никса. Просто как на такси доедет. Джакира, саппорт. Сейчас прям либо они пикнут хардлайнера, либо какого-нибудь мидера. Пока отправят в харду. Остается один саппорт еще от команды Royal Connection. Сейчас посмотрим, кого не забанят. Как-то связок особых. Ну, тут есть связка, но предугадай, что стоит банить, забанили Тедхантера. Неплохо, да. Тедхантер был. Хорошо, заехал по транспортектору и там банят Дизраптора. Да, да, если бы Дизраптор помешал. И пятым пиком. 예비 시간입니다. Ну и, ребят, что ж вы так задумались-то? Хотя у всех там почти полное бонусное время было, у команды Angels оно вообще полное. Они могут вообще никуда не торопиться и подумать последним пиком, какого саппорта им стоит взять. Взяли почти какой-нибудь сайленсера. Вот правда. Пак, Трент, Ликан, Джакиру. То есть они забанят Дизраптор, значит они боятся сайленса. Значит, пикните сайленсера и... Леон. Радиант Тиньянь. Где можно было бы... Видеть того сайленсера. Ладно. Луна. Луна. Стоп. Стоп, 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 стоп. Не совсем понял. А кто? Луна, например, в триплу, а Ликандро в харде стоять будет? Ну, неплохо. Давненько такого не видел. Сразу пауза. Что даже нам 40 минут он как бы. Паузу не захотели делать РМК. Как-то нагло. Ну ладно. Посмотрим, что с того получится. Покупает, покупает Smoke Trend Protector. Здесь. Ага. Здесь даже так. Ну, хорошо. А вот... Ого. Все-таки я угадал насчет пака в харде. Ликантроп на мид, такого я вообще не ожидал. И подожди, тут что-то вард даст. Ага, это вард. И уходит на свою линию. 30초 후 전투가 시작됩니다. Вообще не спалился, конечно, здесь сразу центре нет.
Хорошо, он дазл. Забирает хосты и убегает. Побежал дазл на свою линию, да? Да, побежит на свою линию. Крипом подстопил. Ник совсем что-то пропустил. Здесь пак. С талисманом и танго. Сразу шифтанулся. Подумал, что ли он хочет дать стан или ударить вовсе. Хотя прятаться от удара. Если он экономный, то пусть прячется, конечно, там. 6 секунд. Кулдаун шифта. Здесь вард на вард. Кстати, вот. Пак пока что вообще по крипсату доминирует. Вот нет, вот так вот лучше, да. 5 крипов у ликантропа, а тут как-то вот так вот лучше будет. И ластилер, тоже 5 крипов. Ликантроп фармит на миде. Не в трипле. Ну, Никсон, он не то чтобы анимация неудобная, и фармить вообще Никсон именно вот так вот не очень удобно. Луна, 5 крипов. Ликантроп по крипам вообще просто впереди. И сейчас может уметь дает стан. Лягушечку, давай лягушечку. И убивают бака. Не было ферстблада. Выжил. Леон дал стан хороший. Засейвился, молодец. Без сайлента прыгнул вторым уровнем, дождался хоть немножко, прыгнул бы хоть с сайлентом, на что он надеялся. Здесь батрай тихонько прогоняет. Ничего такого, на куски нарывает. Тут луна ходит, которая может дать бим. А луна плюсик, что ли, вкачала? Бим. 1000 голды у луны. Тут ликантроп воет. Инвиз ждет внизу. Ликантроп на миде, у которого 16 крипов, у луна 90, а у ластилера всего 13 крипов. Стоит аккуратненько. Бегает добивать назад. Стан. Хорошо, сейчас второй стан будет. Нет. Лучше бы ты вместо... Хотя тут маны хватает, вылетает ликантроп и... Ну тут... Нет, уже замахнулся, если что... Кто знает, что из этого выйдет. Ну, вылетели почему одновременно двое. Странно. Ладно, подождем. Ну тут у ликантропа есть, наверное, какой-то шанс убежать. Ботла сейчас выпьет. Там плюшка еще одна зла летит. В общем, сейчас посмотрим, что с этого получится.
Так, вернулся реконструктор, Тренд Протектор еще. Вот Тренд Протектор может его спасти, если он успеет сейчас реагировать, как бы загрузиться и успеть дать этот Living Armor, пусть он первого уровня, но он заблокирует. Удерживает атаки 4. Должен спасти Ликантропа. Может тут Ликантроп выжить, если там Щелион замахнулся уже. Ну, кто знает, а вот Никс, который сходит минимум 3 удара от вышки, это сколько ему? Вот, насчет Никса я уже сомневаюсь. Здесь, кстати, Лайстиллер с паком разбираются. Тренд Протектор переподключается, и что со всего этого мы будем иметь? Так, пишет Голм. И сейчас посмотрим, как они спасут ли Ликантропа. Тренд, ты готов? Тренд, хильни. Хильнулый уходит же. Успел. Хорошо, отыграли от Дазу. Куда ты полез? И умирает Дазу. Он не успеет спастись, тут волки его просто сгрызут. И умирает Дазу. Да, он тут это вот... Зачем он сюда пошел? Вот так вот сглупить это еще надо научиться. Кстати, тут сломали что ли руну? Так, опять же сами Сластиллер, чтобы тут не мог его съесть. Хилится. Пака сразу подхилива здесь. Бьет, ест. Хорошо, но пак здесь уйдет, потому что он на там кино прыгивает. Пак, кстати, если бы он не упрыгнул, то навряд ли он бы выжил здесь. Интересно, забакует ли пак? Навряд, нет, не пошел. Если было у него. Вот сейчас арба есть, если сейчас вот арбой он попадет. Он может вполне прыгнуть и убить. Тайо의 상부 포탑이 공격받고 있습니다. Второй уровень, сейчас один крип, он возьмет третий, и у него уже будет грейв, если он скачает. И Дазл дочку еще берет, ладно. Так, кстати, по крипам 30 крипов луна, 28 лайстиллер, Ликантроп чуть отстал, 26 крипов, кстати, один Ликантроп, а вот Ликантроп. Шестой уровень Ликантроп, а у остальных... Они, кстати, сильно тоже шестой. Тут... Он по XP чуть отгоняет, потому что Ликантроп ходил на базу регениться, а вот Никс, по-моему, нет. Там гусами там чем-то наградили. Тайо의 상부 포탑이 공격받고 있습니다. Кстати, что тут Батрайдер? Батрайдер купил себе Транквилл и... А тут засада. Ну, тут, по-моему, до засады это немножко не засада. Сайленс. У него же есть Дрим Койл. Хотя у Стиллера есть Рейдж. А пак уже фуловый почти, сейчас последний глоток ботли, он похоже его использует и станет вообще фуловеньким. Никс с дабл дэмэджем. Никс, где пак, ты чё, наркоман? Ты нафига это сделал? Да ударь ты его. Никс, ты чего? За Никсал, кстати, только что умерла себе, почему? Замахнулся, отменил, опять отменил. Непонятно, ждал, пока ему Лингармор забьют. Странно. Мастиллер умирает. Печально. Умер Кэрри, разменный на хардлайнер. А здесь вышечку динает. Ты слишком смелый. Куда ты идешь? Там два стана. Да, ну, кинул я, ты лучше назад отойти.
есть потихоньку. Ликантроп 8 уровень, взял у него 1900 раунды. Вперед базу регенерацию. А вот никогда появляется Аркейн Бутс. И ПТ Луны. Хо-хо. Здесь у Пака просто нет шансов. Просто у Пака нет шансов. Получает много денег Ластиллер за ассист. Если Контроп собрался, все-таки Владимир. Никс Ассасин довольный собой. Будет собирать догон, похоже, да. Полной талисман. Батрайдер. Куда делись деньги Батрайдера? А, вот он прилетел, Батрайдер. Так, тянет. Бьется ботла. Ну, Луна здесь уйдет. Он ее просто не убьет сам. Ты, конечно, заюзал лассо, поддамажил Лунину. Толк стал. Убирают. Заберут. Ну и деф один. Пришли, ребята, деф. Пак с хостой, ну тут центри поставили, увидели Никса, сразу Дримкоил. Ну, Никс еще подстан, хороший, хорошо подстанил, но Никс... Никс... Вот... Это Никс, ману выжиг, Никс жить. Просто сражается и... Таки не выжил, он там бежал. Вот Ликантропа здесь, похоже, что-то вот как-то, ребята, вообще не получается. Тут стан Пака, у которого арба пошла. Что ж вот так? Да, мы же там 6 стаков. Размялись, походу. Радиантия Сангбу Потаби, Кунгёк Баку Иссмида. До одного видно. Еще и Пак даблкилл сделал. Ну, Пака такие убили. Пустили Паку. И опять же, разменили кого они. Они отдали саппорта и мидера на одного тоже хардлайнера. Тот Пак, по-моему, умер 3 раза уже там. А, 4 раза умер Пак. Тайоэ хабу потаби. А, да, ферст Пак на Паке был. Дали замедление, стан ли он не дал. Зажал, тут все прилетают и... Жал, кстати, кто-то такой. Леон, по-моему, сейчас еще не идет. Дримкоил сразу умирает, еще и... Дазл сразу взрыв. Дазл хильни... Ну, тут его сейчас просто съедят волки. Дэмэджа очень много. Здесь под вардом опять Джекира. Вот там он убить бы, но он навряд ли... Ну, по-любому умрет здесь, похоже, Батрайдер. Почему Никс не помог? Почему вот Никс вообще, он просто походил рядом? Не собирались ребята вообще. Пак, все для того, чтобы забрать Луну. Здесь помер Ликантроп сразу, и тут, похоже, сейчас еще и умрет. Охо-хо, Хари, Луна, даблкил. Не очень, ребят, получается ему собраться сейчас. Еще или он сейчас умереть, может, что не Пак бежит. Пак Сайла. Так, Хекс. Леон 5 уровня, здесь еще Джекира сейчас на дорожку достает. Тут Батрайдер, тащит лассо. Лайстиллер пришел, убивает Джекира, здесь Пак уйдет, Пак уходит. Пак без маны, у него 5 заюзает, маны у него появится.
Так, въелись. Есть сайенс, есть шифт, и дали ливинг армор. Нет, Пак умирает, забирает его батрайдер. Опять же, умирает только Пак. Пак и Джеки Рейси, больше никто не в команде. У них Пак 5 киллов. Плохо. Паку осталось меньше 1000 голды, даже 500 голды, даже чуть меньше. Доблинг Даггера, Арканы купил себе Леон. Тут волки палят Батрайдера. Волки забирают фарму Батрайдера. Паузу прожимает Данзел, опять же мы ждем чего-то. Нажимают. Стан не попал станом, хотя, о, кстати, стан должен был попасть, если постоять надо под ультом Джакира, который дамажит просто. Ну, дамаж, конечно, немало, 100 дамаж, гильки на 7 секунд. Леон. Нет, Пак не прыгнул. Тут просто волки его съедят. Сейчас еще ликантроп зовет тут тиммейт. Его сейчас волки съедят. Леон, давайте стан от себя. Он этот стан, кстати, действует волков. Если я не ошибаюсь. Ликантроп здесь уже никуда не уходит, него просто не отпускают. Господствующий ликантроп. Тут еще и Пак, будет арбан, бил до... Молодец просто. Выжгли ману, сейчас убьют. О, Пак тут тоже не убьет. И итог умер саппорт, и саппорт на мидера и хардлайнера, да? Да. Им бы еще керри убить, который уже БКБ почти собрался, в своем там рецепт один. И керри, которому делают стайки, который будет сейчас делать себе стайки. Дайо의 상부 포탑이 공격받고 있습니다. Дайо의 상부 포탑이 공격받고 있습니다. Луны 102 крипа, у лайфстиллера 95 крипов. Ну, тут не очень большой отрыв, а вот по киллам, кстати, Луна 2 килла, лайфстиллер 2 килла и 1 смерть. И должна Луна его гонять. Ну, думаю, не даст Луна. Арба. А вот по ассистам, вот как раз лайфстиллер выигрывает, у него должно быть больше, там у Лассира 6 ассистов, он всего 2. Так, Сайленс такой наглый, Сайленс. Тиммейт еще дали, блин, Койл, тут 7, батрайдер тащит. А где Пак? Пак арбуз дал. Честно, я не помню, когда все произошло. Там, по-моему, был Сайленс в Карабас. Забирают Т1 на нижней линии. А здесь Ликантроп с Джекира сейчас немножко протаранит Т2. Радиант의 하부 포탑이 파괴되었습니다. 다이어의 상부 포탑이 공격받고 있습니다. Стиллер немного, он должен. Радиант의 하부 포탑이 공격받고 있습니다. Золото, кстати, Луна. А, это не тот. Я что-то немножко не ощутил.
Лайфстиллер по первом месте по АГПМ. А вот общая ценность тоже лайфстиллера влияет почти на 1000. Пакл убил. Леон. И чё-то вот это вот опять Леон. Затянули контроль, а здесь хорошо подкопал, но здесь никуда уже не уходит. Да, да, маленькая бедесна. И Ластиллер, что ж ты делаешь, что ты далеко? Ластиллер это же убивает, пусть еще Ластиллер. Далеко зашел. Жадность. Хотел убить Луну. Луна летит БКБ, да? Там Луна БКБ. И первый некрономикон или контропа. И опять Леон подставляется, ну опять у Леона. Чё ж ты там делаешь-то, а? Опять же, тогда странно дал. Что ж такое, Леон? А вот тут... Очень неприятно потратить на охоте. Тут... Убивают, кстати, этот протектор, тут тиммейт, ну, уже сразу нравится совсем пак. Минус 3. Действительно, только опять же Леон дал, за Леон, который стан так и не дал. Дайо의 하부 포탑이 공격받고 있습니다. Лошан이 레디언트의 영웅에게 죽었습니다. 레디언트의 중부 포탑이 공격받고 있습니다. Тут Никс. Бегает, ищет свою добычу, но, по-моему, здесь... Хотя он может убить Пака, если он сейчас даст крит туда, кстати. Нет, тут пошел Ливингарма. Лучше не здесь, а Луна фармит стайки. Может пытаться убить Ликантропа, который... Да, не успел. Прошел тиммейт. Пак. Не в ту сторону. Он бы и не успел, там пак уже блинк в этот момент давал. Ликантропа появляется второй некрономикон, батрайдер потихонечку фурстав себе сфармливает, да? У него на кольцо еще нет денег, купил сразу рецепт. У нас сейчас они уже появятся, 100 голды буквально. Да, ровно 100 голды. Раз крип, два крип, еще одного крипца, и у него уже готов фурстав. Фурстав, блин, дагер, хорошо. Уже будет и врываться, и вытягивать. По графикам, по XP. Тут команда Angels доминирует, так сказать. А вот по золоту тут тоже команда Angels впереди, причем практически одинаково, да? Да. Печально. Очень печально.
151 Криполуна, она зафармила инстов, она начинает собирать бабочку, у нее уже сейчас будет еще талисман, да? Угу. Потом останется только став за 900 голды и все. И у нее есть бабочки, попробуйте ее еще потом... Попробуйте потом в нее попасть. Считать на 26.5 минуте. Какие-то маневры. Ликантроп не спалил. Никс без Вендетты, да, без Вендетты. Полетел в Атрайдер. Ума никого еще не найдут. Но тут вышка стоит, и заходить им, в общем-то, смысла как такового нет. А тут... Пак идет с догоном первого уровня. Уф. И прошлись, прогулялись назад. Сейчас хасту заберут и пойдут дефать свой Т2. Дайо의 중복 포탑이 공격받고 있습니다. Так, гипс. Первый протект она разорвала. Здесь хоть ему это хорошо. Убивает луна, вылетает ликантроп, даблкил луна. БКБ, он стилит хест. Джакира, хоть Джакира-то убьет, убивает Джакира, даблкил там. Остается один ластилер против луны и пака. Ластилера, ест, рейдж, хорошо, баш. Ну, а армлет включить. Включать армлет нужно как-то поздно, и выбирать ластилера. Дайо의 중복 포탑이 공격받고 있습니다. 다이어의 중복 포탑이 파괴되었습니다. встал, замедление, луне все равно луне помощи. Я не знаю, что там Аегис был луны, но Аегис и луны. Дайо의 상부 포탑이 공격받고 있습니다. Так, убивают стан, центр зрителя убивает пак. По-моему, смысла дальше тянуть нет, уже полностью разносит их. Сама ирония. Дайо의 상부 포탑이 공격받고 있습니다. Дайо의 구조물이 강화되었습니다. Дайо 중부 병영이 공격받고 있습니다. Дайо 중부 병영이 파괴되었습니다. Дайо 중부 병영이 파괴되었습니다. Там пошел Эгина Дегиса, все реконтрофовал. Вполне. Не знаю, конечно, отыгрываться будут. Да, там Луна с бабочкой Ривером собирает себе сатаник, который у нее почти уже готов. Там рецепт один остался, до рецепта чуть-чуть. Посмотрим, сатаник. А, вот все, рецепт готов, можно только принести. Стан в крипов. Почку вот попал.
полетал, ты посмотрел деревья. Молодец. Дальше-то что? Летит сатаник. Ну, тоже убить невозможно фактически. Там БКБ, 8 секунд, там бабочка, там сейчас сатаник будет. 28-й минуте, 201 грипп. Прилетает сатаник. Рисует Джекира, что пошли, сломаем линию. До Рошана еще 2,5 минуты. И просто разорвали. Тайо의 하부 포탑이 공격받고 있습니다. 타이어의 하부 포탑이 파괴되었습니다. 타이어 하부 병영이 파괴되 레디언트가 승리했습니다.